Сегодня в Чебоксары утренним поездом вернулась могулистка Елена Муратова. Ей не удалось подняться на пьедестал почета, но стремление к победе отметили все. Чего не хватило спортсменке на дистанции? О своем олимпийском дебюте она рассказала моим коллегам Дмитрию Ковалеву и Андрею Спиридонову. После авиаперелета и ночи в поезде на спортсменке нет ни следа усталости. Еще бы, Елену Муратову в республике, которая для нее стала вторым домом, встречают как настоящую героиню. Из вагона в объятия знакомых, министра спорта и артистов чувашского ансамбля. Эту музыку уроженка Мурманской области уже успела полюбить. На перроне участнице Олимпиады пришлось задержаться надолго. На фотосессию выстроилась большая очередь. Использую служебное положение первым. Белая Олимпиада в Сочи для нее стала первой. Члены женской сборной по могулу, конечно, рассчитывали на медали, но шансы были невелики. Главными фаворитками на победу изначально называли спортсменок из Канады. На свое выступление Елена Муратова уже успела посмотреть со стороны и проанализировать ошибки. Были моменты, с которыми хотелось бы сделать лучше. Но мне кажется, любой спортсмен после каждого своего проезда так считает, что можно было тут и тут, если он не занимает первое место, конечно. Вот. Ну и лидер, я думаю, тоже анализирует в итоге свой способ. Наставник Елены Муратовой за выступлением своей подопечной наблюдал по телевизору. Говорит, что спортсменка выложилась на все 100. Отбор на Олимпиаду оказался сложным, сказывались и полученные ранее травмы. Два раза могулистка рвала связки, реабилитация продолжалась долго. Но Елена, говорит тренер, всегда отличалась боевым характером. Самое главное качество – это у нее, наверное, человечность, доброта. И целеустремленность, очень целеустремленная девушка. Она не поднялась на пьедестал, но все равно не вернулась побежденной. Ее участие на играх в Сочи уже успех. На зимнюю Олимпиаду спортсмены из Чувашии не выезжали более 40 лет. Елена Муратова не исключает, что и спустя 4 года она поборется за место в команде. В планах ближайших – небольшой отдых. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.